Был какой-то репортаж с украинского телевидения, где показывали служебных свиней, которые ищут взрывчатку. И там, короче, момент, когда служебная свинья, начиная, блядь, какого-то хуя лижет сапог военнослужащему, начинает играть минусовка из песни про спиннеры. Это не шутка. Это было в реальности. Мы это на стриме смотрели. Да, тебя удивили служебные свиньи в первую очередь, да.